В этом году наш комплекс Мухтар-Сабарсатси отмечает свое 30-летие. Наш комплекс состоит из нескольких школ. Северная, южная, восточная, западная, средняя, старшая и колледж. Сегодня мы расскажем об особенностях южной школы. В южной школе учатся с 1 по 5 класса. В нашей школе еще есть детский сад, в который могут поступить дети, начиная с 2 лет. Еще одним достижением нашей школы считаем среду обучения. Все наши классы прозрачные, видимые и открытые. У нас нет темных и холодных классных комнат, которые создавали проблемы, особенно в осенние и зимние месяцы. Солнце и свет попадают на всю территорию. Тепло общее. Прозрачная территория, понятие коридор стало условным. Наш образовательный комплекс, образовательный сад, который мы постоянно расширяем согласно нашей образовательной программе. Учителя вместе с учащимися работают на территории школы, сажают цветы и деревья, ухаживают за ними. Образовательная программа включает также рейды по очищению различных территорий Республики Армения. В нашей школе питание самое лучшее. И это еще одно достижение нашей школы, о котором мы все говорим с гордостью. Школьное питание должно быть свежим, натуральным и желательно готовилось на месте. Очень важно, что на большой перемене ученики организованно питаются все вместе. Наша столовая очень теплая, светлая и большая, так что мы уже здесь сразу несколько классов, и еще можем приносить в школу еду, но не вредную. Еще у нас в школе есть маленькая библиотека. Библиотека открыта для всех. В основном мы читаем книги на перемене или после уроков. В южной школе работают творческие лагеря, где ученики занимаются интересными делами, узнают много нового и интересного, учат новые песни, танцуют вместе, путешествуют, создают фильмы и презентации, также делятся в блоге своими впечатлениями.